Ну что ж, наша программа подошла к своему завершению. Мы желаем вам хорошего настроения на сегодняшний день и на выходные. Да, нам с вами было хорошо, надеюсь, это взаимно. Ну а прямо сейчас новости, в центре внимания письмо патриарха Киевского Филарета к патриарху Московскому Кириллу. Хорошего. Об этом в новостях. Здравствуйте. Время новостей на Первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Письмо, ставшее сенсацией. Как восприняли послание главы так называемого Киевского патриархата Филарета, который считается виновником церковного раскола на Украине, в России и на его родине. Скрытая цензура. Решение лишить телеканал RT аккредитации в американском Конгте. Электроды против боли. А он мне говорит, давай, говорит, тебе боль уберем. Я говорю, да ладно, а как? Неужели такое, в принципе, возможно? Пермские хирурги впервые провели операцию пациентки, которая избавила ее от многолетних страданий. Высокотехнологичная медицина в российских регионах. Не лечить, а учить, или как игромания стала киберспортом. Это революция в образовании. Оказалось, есть огромная потребность в том, чтобы обучать игре в компьютерные игры. В Китае все большей популярностью пользуются школы и колледжи, где учат на геймеров. История с получением РПЦ сенсационного письма от главы непризнанного Киевского патриархата обрастает новыми подробностями. Представители Украинской православной церкви подтвердили, что Филарет направил послание патриарху Кириллу, и они действительно готовы к диалогу. Сегодня обещают рассказать подробнее, что имеют в виду. В Москве тем временем уже создали комиссию для переговоров с отделившейся Киевской церковью. Олег Шишкин разбирался в деталях.